рада приветствовать вас на своем канале. И в данном мастер-классе я представляю супер быструю упаковку плитки шоколада. Это для тех, у кого нету времени, нету средств и хочется подарить плиточку сладкую, но при этом не просто плиточку, а как-то ее задекорировать. Что нам для этого потребуется? Соответственно, плитка шоколада, отрезок гафробумаги по размеру плитки, два тканевых зеленых листика, один тканевый цветочек, в серединку я уже приклеила полубусинку, также вот такая вот декоративная веточка и тычинка на основе проволочки. Итак, берем наш отрезок и оборачиваем им плиточку. Далее растягиваем немножко уголочки. Затем берем нашу декоративную веточку и в том направлении, как она у нас уже расположена, мы ее просто приклеиваем на плиточку. Наших два зеленых листика ставим на каплю клея и также приклеиваем. И напоследок тычинка. Но так как тычинка у нас идет ровная, я вам советую взять обычную пасту из-под ручки и намотать ее. Придадим ей форму спиральки, затем слегка выровняем, под листочек цветочка капаем каплю клея и заводим туда нашу тычинку. В считанные минуты упаковочка для плитки шоколада готова. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте пальчики вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Всем пока!